мы собрали собиратель древесины. Он предназначен для сбора древесных остатков с трофейных карт на металлических катках. Таким образом происходит выгрузка материала собранного. То есть открывается кузов и вываливается. Будет работать в паре с трактором ТЗ-82. Так, эти у нас съемники предназначены для съема с шипов древесных остатков. Барабан стоит на подшипниках. Вот их видно. Все, кузов опустился. Две линии РВД. Ставим в транспортное положение ограничители, чтобы ниже не опускался барабан. Такой получился подборщик. Состоит из трех частей, то есть из четырех: катки, рама, кузов и, получается, дышло. Прицепное устройство. Заказывайте данное оборудование в нашей компании, компании Тракторица. Все ссылки укажем ниже. Здесь у нас сейчас идет 12-21 с подборщиком пней на двойных спарках. Тоже хороший интерес вызывает данная машина. Через несколько дней к данному клиенту придет 2 или 3 новых подборщика пней, уже сдвоенных, где объем бункера будет гораздо больше, чем здесь. Потому что данная машина, у нее бункер небольшой, он очень быстро забивается. Вот он уже практически полный. Длина поля у нас 500 метров. Не проехал до конца, а уже бункер переполнен. Вот это, конечно, минус. Данные машины можно сделать по чертежам. Эта машина была сделана именно для клиента. Но компании, которых производят, называют достаточно высокую стоимость, что, в принципе, не особо выгодно. Сейчас можно будет посмотреть процесс выгрузки. Собирает достаточно эффективно. Понятно, что с одного прохода весь объем материала не соберешь, но тем не менее набивается в бункер древесина под потолок. Сейчас посмотрим, где у него зона выгрузки. Понятно, да, вот такие небольшие вещи, они остаются, какие-то крупные фрагменты собираются. Двенашечка едет на выгрузку. Дождались, когда оператор сделает
два или три круга по полю, чтобы набрать достаточное количество материала в бункер. Данная машина была сделана по чертежам финской машины на местном предприятии. А советские машины, они имеют сдвоенную базу, сдвоенный бункер. Соответственно, в них материал убирается в два раза больше. Еще раз повторюсь, данные машины придут через 3 дня примерно к заказчику. И в следующий наш выезд будем снимать материал с работы данных машин. Да, сейчас покажу, какого характера материал может собирать данная машина. Сейчас он, наверное, отъедет. И то, что у нас не выгрузилось, это будет частично руками выгружаться. Какие-то фрагменты застряли на самом барабане. Вот такой вот, такие коряшки. Вот такая фракция собирается данной машиной. Совсем мелочевку она не собирает, но польза от нее огромная. Муравьишки забегали. Вот. А барабан вы вручную прокручиваете, да? Барабан вручную прокручиваете? А, он крутится свободно, да? Ну, как бы, ну, не совсем уж большая часть материала остается на этих пиках. Как считаете, спину промассировать ими эффективно будет? Иглами, да? Сразу все боли уходят. У кого, если что-то болит, там руки, ноги, ну, массаж спины, и не думаешь просто о других болезнях. Такой неплохой массажер. Здесь у нас двенашечка, но даже попадает куда. Вот эта штучка, наверное, тоже мешает, да? Застрял вообще нормально. Нет, да?